Сегодня открылась мемориальная доска, посвященная памяти Ермека Бекмухамедовича Сертебаева. Мы, как люди, занимающие профессиональную музыку, очень горды этим. Для нас это большая радость, потому что мы выросли на его музыке, на его песнях. Вот сейчас вот мы слышим его песни в исполнении с эстрадно-симфоническим оркестром. Какая глубина вообще, какое воспитательное большое значение имеет его голос, его музыка. Это просто переоценить его нельзя. Мы очень счастливы. Можно через сторону? Юра, пятый. Адаптанай, киристы, аусюз, елгілі мемлекет және қоғам қайраткері Жексенбек Еркінбекұлы ағамызға беріледі. Құрметті қалайық, Ермек Бекмұхамбетұлы Серкебаевтың өнері қазақ мәдениетіндегі тұтас бір дәуір болып саналады. Адаптанай, біз бүгін кеңес одағы және Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, социалистік еңбек ері Ермек Бекмұхамбетұлы Серкебаев тұрған үйдегі орнатылған ескерткіш тақтаны ашуына жиналып тұрмыз. Қазақ мәдениетімен өнерін асқартауы Ермек Серкебаев өнердегі болдың Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында оқи жүріп, 1947 жылы Абай атындағы опера және балет театрында қойылған Жұбанов пен Хамидидің классикалық туындысы Абай операсындағы Абай партиясын орындаудан бастады. Қазақ және әлемдік операларда Төлебаевтың, Брусиловскийдің, Рахмадиевтің, Жұбанованың, Чайковскийдің, Мейтустың, Россинидің, Моцарттың, Бизенің, Вердидің партияларын зор шеберлікпен орындады. Я сегодня очень рада выступить над открытием памятника Ермеку Бекмухамбетовичу Серкебаева. Ермек Бекмухамбетович для нас, молодых, был всегда эталоном. Эталоном высокого искусства. Когда мы вот такие маленькие стояли в ансамбле скрипачей, выступая в оперном театре, перед занавесами выступал народный артист СССР Ермек Бекмухамбетович Серкебаев с арией Фигаро. И вот эта ария мне запомнилась на всю жизнь, как он исполнял эту арию, никто никогда в мире не обучился. Ермектің еркелейтінде өзінің несі бар болатын, өйткені ол елдің ең қадірлі әншісі болды. Барлықтарымызға еркелеп өсірсе, соншама біздің ерекең біздің есімізден кетпейді. Айналайын ағам, жатқан жеріңде топырағың торқау болсын, біз сені әсіресе мәдениет саласында. Для нашей семьи сегодня очень знаменательное событие, и так получилось, удалось на счастье на наше, что мы собрались почти полностью с семьей. Здесь и дети, и внуки, и даже правнуки. Этот дом выбран не случайно. Мы долго думали, советовались с семьей и решили, что это действительно то место, где Ермек Бекмухамбетович, в общем-то, вот пятачок такой, где прошла вся его жизнь. Где-то в 15 лет, вот в здании консерватории вот сейчас, там было казахское радио, в 15 лет он туда пришел диктором. Потом он поступил в консерваторию, закончил консерваторию, тоже рядышком. И, конечно, всю жизнь с 47 года он работал в оперном театре.
В этом доме родился Байгали, Алмаз, прошла их юность, детство, юность. Здесь отсюда они пошли в большую жизнь. Да, теперь внуки же, да, внучка живет, как бы. Я очень благодарю Акимат города Алматы, потому что они действительно вложили душу свою. Мне звонили бесконечно. Это уже, знаете, как члены семьи. Это было очень приятно. И огромное спасибо тоже Северо-Казахстанской области. Тоже действительно очень помогли. Спасибо всем за любовь к Ермаку Мухамедовичу. Такое впечатление, что он все время рядом с нами, что он не ушел. Осымен еңбек сепремайдың естеткіштің ашу рәсімі аяқталды.